Алиса, солнышко, давай кушать. У нас сегодня на обед вкусная овощная лазанья из баночки. Нет, хочу играть в плейдо. Хочу открывать сюрпризы. Вытащи меня отсюда, мама. Эй, осторожнее, Алиса. Ты сейчас уронишь детское питание. Ладно, так уж и быть, откроем сюрпризы, но только в самый последний раз. А потом ты мне пообещаешь скушать несколько ложек овощной лазаньи. Ладно, обещаю. Неси уже быстрее шарики с сюрпризами. Вот они, Алиса. Зеленый, оранжевый, синий и розовый. Шарики, шарики, что в них? Давай быстрее смотри! Хорошо, вначале посмотрим, какой сюрприз спрятан в оранжевом шарике. Алиса, это же Машенька из мультика «Маша и медведь». На ней коньки, а в руках у нее клюшка. Открывай следующий шарик, синий. Ладно, сейчас узнаем, какая игрушка прячется в синем шарике. Это же мама свинки Пеппы. Да, я обожаю этот мультик. Давай теперь посмотрим, какая игрушка в розовом шарике. Алиса, какой милый пингвиненок. У него зеленая шапочка на голове. А что в зеленом шарике? Давай посмотрим последнюю игрушку. Хорошо, только после этого будем кушать. Ладно. Итак, узнаем, кто же прячется здесь. Ой, это не зверек, это машинка. Машинка Маквин, я смотрела этот мультик. Ну вот, Алиса, а сейчас настало время обедать. Давай-ка я временно уберу со стола эти игрушки. Открою баночку с овощной лазаньей. И переложу немножко в твою тарелочку. Ну, скушай первую ложечку. Ой, как-то не очень аппетитно пахнет. Алиса, ты же обещала. Ну ладно, ладно. Ну что, вкусно? Вроде да. Давай вторую ложку. Молодец, Алиса. Вторая ложечка. Умница. Третья. И четвертая. Смотри-ка, ты почти все съела. Ух, как я наелась, мама. Я больше не хочу. А больше и не надо. Ты все съела, Алиса. Давай я уберу грязную тарелочку. А сейчас? Тихий час? Мне нужно идти ложиться спать? Вообще-то да. Но если хочешь, можешь еще 5 минут поиграть со своим плейдо. Вот, держи. Ура! Обожаю играть в плейдо! Что бы мне из него слепить? Друзья, понравилось видео с моей малышкой Бэби Бон, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите мои другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока! Наконец-то мы вернулись домой из магазина. Сейчас я вытащу все продукты и приготовлю тебе ням-ням. Давай-ка посмотрим, что мы с тобой купили. Так, это макарончики. Какие они забавные, похожие на гармошку. Еще я взяла пару помидор, твои любимые бананы. Вот они, какие желтенькие, красивые. И твой любимый апельсин. Также я купила новое мыло для того, чтобы умыть ручки, а то у нас предыдущая баночка закончилась. И 3 упаковки с детским питанием. Пюре из груши и манго. Пюре из клубники, яблока и банана. И еще одно пюре фруктовое с йогуртом. Дай
Фруктовое пюре, я такая голодная! Конечно, Люся, но вначале нужно раздеться. Давай-ка снимем шапочку и курточку. Все, я уже разделась, теперь я хочу пюре! Подожди, Люся, еще нужно обязательно помыть ручки. Что? Зачем? Мои ручки чистые, видишь, я их не испачкала. Люся, ну мы же вместе были в магазине, ты трогала игрушки? Трогала. А книжки трогала? Трогала. А тачку помогала мне катить? Помогала. Ну вот, значит, нужно обязательно мыть ручки. Хоть ты этого и не видишь, но на твоих ручках остались бактерии и вирусы. Их нужно смыть. Я не верю в бактерии и вирусы. Все это полная чепуха. Их не существует. Ну ладно, ничего не поделаешь. Придется мне доказать, что ты не права. Видишь эту баночку? Как ты думаешь, что внутри? Не знаю. Это волшебный порошок, Люся. С помощью него можно увеличить самые-самые маленькие предметы в несколько тысяч раз. Вот сейчас помоем твои ручки, добавим в грязную воду этого порошка и узнаем, были ли на них бактерии и вирусы. Ну ладно, давай попробуем. Я все равно не верю в эти сказочки. Вот наша ванночка с водичкой. А вот и новое мыло. Нанесем его на твои ручки. Вот так. А теперь тщательно намылим. Будем считать до 10, а лучше до 20, чтобы убрать всю грязь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Теперь сполоснем твои ручки в ванночке. А теперь польем на них чистой воды. Подожди, Люся, это еще не все, ведь мы не добавили в воду волшебный порошок. Ай-яй-яй, кто это? Как кто? Тот, в кого ты не верила. Видишь, какой он стал большой. И все это произошло с помощью нашего волшебного порошка. Только представь, таких бактерий и вирусов миллионы на твоих грязных ручках. И если ты их не моешь, то все они попадают прямо в твой животик. Ой-ой-ой-ой, я этого не хочу. С сегодняшнего дня я обязательно буду мыть ручки каждый раз после прогулки и после похода в магазин. Даже если на них не будет грязи. Вот и молодец, Люся, я очень рада, что ты все поняла. А теперь пойдем, будем кушать. Друзья, а вы не забывайте мыть руки? Напишите мне об этом в комментариях во вкладке сообщества. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Люся, какое пюре ты хотела? С йогуртом, с грушей или с клубникой?